что попить, если ты суп ешь? Доброе утро, пупсики мои. Супчик сегодня едим. Доедаем. Наш божественный. Вот это. Съел? Очень. Все едят. Все едят. Очень. Очень вкусный суп. Не устану это перевторять, повторять. Каждый раз, как в первый раз. С девками едим. Что ты ешь? Куда пошла? Чё? Начинается. Все решили перекусить. Едим. Надо телефон забрать. А то я там важное видео смотрю на телевизоре. Сейчас надо здесь включить, так как телевизор там. Ладушки, всем приятного аппетита. И доброе утро. Я поел. Всех починил. Все едят. Все нормально. Снег потихонечку тоже идет. Уже третий день на туре. Третий день. Он перестает, заново идет. Перестает, заново идет. Наверное, не видно будет. Но он вон идет. Снежинки здоровые такие еще. Мне на озон надо. Мне там нож пришел. И идти. В такую погоду даже. Сопку одевать не хочу. Я только выздоровел, и то сопли вон бегут. Снежинца. Дома посидим, подождет нож. Кстати, перец мой вон пожелтел. Стал желтеньким. Вот так вот. Все. Только что про снег разговаривали, да, опять вышел. И смотрите. И все, и уже пошел. Конкретно пошел, причем. Нормально пошел. Сталого пошел. Сыпет. Не знаю, чем заняться, даже заняться нечем. Алиса у меня убирается. Я вообще не знаю, что делать. Скучно как-то. Суббота. Погода плохая. Скукотища. Кино смотреть неохота. Что-то врубил, не стал смотреть. Сериальчик какой-нибудь тоже неохота что-то. Паренек с работы вышел, с собачкой гуляет. Хер его знает, что снимать. И что делать вообще, не знаю. Я понял, что мы сделаем. Мы сейчас пойдем к маме. Дозвониться не могу, уже третий раз звоню. Ей надо было телевизор повешать. Возьму перфоратор, хоть телевизор повешу. Сейчас звоню Анюте. Говорю, мне скучно, что мне делать. Она говорит, в карты с детьми поиграю. Я говорю, дети убираются у меня, да? Или стоят? Убирайся. Ну так убирайся быстрее, пойдем выкинуть его на помойку. Ну ты дома останешься, мы пойдем с Софой. Хорошо. Ну ты прибираться сейчас останешься. Посади маме, спроси, куда это пало. Выкинь его. Может, он еще рабочий? Выкинь его. Точно не нужен? Нет. Спит, что ли? Не могу понять. Я вообще не знаю, что делать. Пойдем, ну, то ли к ней, может, хоть телек ей повешаем. На кухню, на телевизор повешать. Она говорила с недельку, с полторы назад.
Колеса на велике спущены, так высоко, до озона дошел. На пешком не пойду в такую погоду куда-то. А колеса спущены, насос есть, но шланг порвался. Все не так, машины нету, чтоб накачать. Анютка на машине уехала на работу. Короче, нормальная такая суббота у меня. Вообще не знаю, что делать. Побриться, подстричься, но это тоже ерунда делов. Я подарю вам ландыши. Ну так у вас бывает такое, что вам скучно? Не? Мне вообще как... Меня аж бесит вот это вот. Кино неохота смотреть. Мультики неохота. Видосы неохота. Ничего неохота смотреть. Вообще не знаю делать ничего. Прибираться неохота. Куда? Чего? Кого куда? Этот. Выкинь. Потом понадобится нужно. Чтобы заставить детей, завтра же Пасха, надо убраться как бы. Ну, полы протереть, то все сделать. У нас трагедия сразу такая становится. Папа тиран. Ой-ой-ой. Нормально, со всех углов подметай. Никак. Вот так вот, короче. Скукотища. Не знаю, что делать. Что не будем думать? Мама трубку не берет, сейчас у меня перегорит, я не пойду вешать. Вот у меня пока горит, я хочу пойти, но она трубки не берет. Я захочу, ой, я могу перехотеть через час уже. Захотеть, допустим, кино какое-нибудь посмотреть. Короче, сам не знаю, что хочу. Такой выходной какой-то. Без занятки скучно дома. Делать нечего. Скажи, ты что, с детьми развлекались? Развлекался, так это... Сейчас... Кого? Выкидывай, все. Почему они на полу валяются? Я не знаю, почему вы на пол кидаете. Я на пол кидаю. А кто? Я там, что ли? Ладушки, не буду вас... угнетать. Такой настрой. Это магнитные бури, еще башка болит. У меня вот то ли давлюха, что ли от погоды, то ли что, не знаю. Короче, как-то так. Я думаю, сейчас протяну до 12 и лягу спать. И все. Это будет самый оптимальный вариант. Делать нечего, короче, я начинаю есть. Это у меня, походу, дело депрессуха дает мне. Только поели вот недавно. Я пришел еще что-нибудь поесть. Разговариваю с вами. Чтобы с ума с детьми не сойти. С детьми с ума не сойти. Одна хочет конфет, другая хочет полы мыть. Третий ест. И я.
так, если честно, да, я так и сказал, честно. Что я убрал, что ли? Не знаю, что делать. Мама позвонила, она спит. Может, вечером схожу, может, завтра. Я как представлю, завтра минутка опять в день. Все выходные мне. Не то, что там я не справляюсь. Просто как-то, ну как-то, не знаю я даже. Анюте говорю, она мне говорит, иди поработай за меня. Можно? Можно я не банан? Нету бананов. Вон есть суп. Не надо. А ты его съешь, что она повезнее. Конфет дай. Сто конфет. Бан. Не трожь, хорошо. Ушла, я думаю. Растем. Суп не ест, а конфеты просит. Еще и банан. Которого нет. Снег валит там. Алиса помыла полы, но по ходу дела опять придется домывать. А, она здесь не мыла, наверное. Или мыла. Ты на кухне полы мыла? На кухне осталось. Ага, а то я смотрю. На кухне осталось. У нас в комнате помыла. В коридоре. Здесь подмела. Сейчас помою. Мамкина помощница. А папка заставляет. Не, я говорю, чтобы мамке помогала. Полы помыть, то все.
Завтра все равно Пасха. Хоть чистенько должно быть. А то все раскидывают, бегают. Игрушки, все это. Да и едят печеньки там, всякую хиробору. Все по квартире. А за собой надо убирать. А папа он такой. Строгий. Ладно, поели. Знаю даже, что вам говорить. Вы, главное, от меня это настроение не берите. Скучно это. Что-нибудь приготовить? Что приготовить? Хер его знает. Мясо надо достать, наверное. Что готовить, я даже не знаю. Картошку я вроде всю исчистил, почти там 5 штук осталось. Надо за картошкой, наверное, кого-то отправить. Драников, охота. И опять неохота. Короче, вот такое вот. Охота, неохота, охота, неохота. Сам не знаю, что хочу. Что делать. Как-то так. Кто-то мультики еще включил. Хотя никто не разрешал их включать. Ладно, освобождаем кухню, Василиска моет полы.